Всем привет, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Алекса Уинда, зовут меня Алексей. И мы сегодня приступаем к прохождению игры Little Hope, то есть Маленькая Надежда. Ну давайте будем надеяться и давайте скорее будем начинать. Поехали! Понятно, мы начинаем новую историю, конечно же. Little Hope. Закусочная у дороги. Добрый день, спасибо. Да. Что такое? Впереди не проехать. Авария, пришлось дорогу перекрыть. Ясно. Мы направляем всех через Little Hope. Все нормально? Вас ничего не беспокоит? Все нормально. Просто хочу довести своих пассажиров. Вряд ли их потревожит небольшая задержка. Дорога на восток. Как раз через Little Hope. Времени почти не потеряете. Еще немного, и вы в жетоне дырку протрете. И давно вы в завязке? Уже почти 3 месяца. Неплохо. Я слышала, первые 90 дней самые тяжелые. Знаю, это глупо, но мне все равно легче, когда у меня. Мы не туда едем. Ерунда. Небольшое место. Это не ерунда. Спокойно. Все хорошо. Джон, не говорите со мной таким тоном. Можете потише. Вот тебе и все.
Я ничего не делал, а уже курс изменен, да? Ну хватит, Джеймс. Ты знаешь, как меня злит, когда ты не принимаешь меня всерьез. Я знаю, дорогая, но у меня был трудный день. Неужели они опять за старое? Ну да. Напился. Ну надо же. Я просто посмотрел с парнями матч, милая, и все. Как же все, а то я не вижу. Прошел слух, что кого-то могут сократить на фабрике. Ты годами это повторяешь. Меня больше беспокоит Меган. А что с Меган? Ничего такого не вижу. Ты как напьешься, ничего не видишь. Преподобный Карсон задержал ее после молитв. Четвертый раз подряд. У нее проблемы, это важно, Джеймс. Ты слишком над ней трясешься. Мне сейчас не до этого. Какой сюрприз? Толку от тебя никакого. А когда тебе будет до этого? Ты придумала проблему на пустом месте. Делаешь из мухи слона. На пустом? Да вся семья на мне одной держится. И это, семья? По-твоему, пустое место? Хоть бы раз бы помог мне. Может, будь у нас свои дети. Ничего такого бы не было. А вот это просто подло. Ты не видишь, как мне не из-за этого тяжело? Не только тебе тут тяжело! Дела на фабрике идут совсем скверно, Анна! Я не шучу! Не сейчас! Не сегодня. Черт. Энтони, дом семьи Кларк. Это ее новая фишка. Да уж, ну хоть кому-то из нас весело. Оставь ее. Да мне его жалко. Парень явно ей не пара. И этот его стрёмный New Age напоминает какой-то жуткий культ. Он тут заходил на днях. Мы слегка потолковали. Он клёвый. Это классика. Великий альбом. Слышь, перестань ее лапать. Годзилла, разуй глаза, тут же пластинки. Не надо с ней так жестко. Она случайна. Меган, все происходит случайно. Если дверь не починит, придется через окно залезать. Как дела? Знаю. Он опять налокался. Они грызутся с тех пор, как отец вернулся. Что на этот раз? Отец напился. Кто бы мог подумать? Они все время ругаются. Одно и то же. Как старая заезженная пластинка. Деннис, я тысячу раз говорила, чтобы ты отнес свой хлам на чердак. Эй, а нельзя повежливее? Это не хлам, а редкая и очень престижная коллекция. Как будто она в прошлой жизни сержант. А с ним-то что? С ним, да все как обычно. Он просто Деннис. Какой сюрприз. Эй, Деннис! Эй! Не сейчас, я занят. Эй! Успокойся ты! О! Боже, напугала, милая.
тут говорили обо мне? Не сейчас, Меган. Я просто хочу принять ванну и отдохнуть от этого дурдома. Поговоришь с предками? Мне лучше не встревать, ты же знаешь. И я могу сделать только хуже. Кажется, на этот раз все серьезней. Они говорили о Меган. Она что-то натворила. Меня это не удивляет. С ней точно что-то не так. Не понимаю, чего к ней все цепляются? Ладно, мистер благородный рыцарь. Где там мелкая принцесса? Меган наверху. Посмотри, как она. Если ты не слишком занята. Пойду к ней. Она там что-то замышляет, это. Меган. Или Меган. Хотела мамку закрыть в ванне, или что? Так. Что это такое? Спички просто? Ну. Так, начинается. Сейчас начнется. Ты смотри за своей сестренкой, ладно? Мама беспокоится. Ничего, пап. К ней сейчас Таня пошла. Попробуй сам такую семью вырастить. От вас бы сам дьявол сбежал, поджав хвост. Что с ним не так, а? Так, ну давай, подвигаемся маленечко. Чуть телек не вырубить, или пусть работает, ладно, бог с тобой. А. Ну-ка, пойдем туда. Суды над ведьмами в Новой Англии. Музей Little Hope. $8 почти. Да? Ну ладно. Так, что это нам дает? А. Колесо. На веревке, да? Так, и что еще тут интересного есть? Хм. Ладно. А это чего? Хоть отвлекусь от этого дурдома. Обязательно к прочтению для всех, кому интересны суды над ведьмами. В Салеме в 1692 году. Дэвис А.П. Дэвис The Herald. Покров невинности. Дэвис Хартли. С той стороны ничего нет, да? Ладно. Хорошо. Так, здесь что-то?
Ничего нет. Вот этот артист снимался в этом. Мне он понравился в фильме смешном. Называется «Мы Миллеры», по-моему, назывался Энтони, он вообще. Где тебя носит? Энтони, куда ты провалился? Энтони, это уже не смешно! Кто? Энтони? Ты прав насчет моей семьи. Я согласна. Таня, что такое? Мерзавка меня закрыла, а тут не жарко. Ну все, началось. Сейчас открою, только полегче с ней. То есть она согласилась на что-то? Согласилась на дьявольские козни, да? Пусть все умрут, да? Как всегда. Черт! Ну, ужасно. Мега! Ты там? На кухне пожар! Ты серьезно, что ли? Меган! Так, она мать закрыла. В ванне. К тому же еще. Этот тоже придурок напился. Мама! Да куда все делись? Энтони! Спаси! Как все это быстро вообще? Дым распространяется. Эй! Наверху! Какого хера ты там делаешь? На чердаке застрял! Лезь на балкон! Это не где ты? Помогите! Твою мать, ломай ты стекла! Это что такое? Что за тупица? Меган, она непроста. С кем-то заключила сделку. С кем-то чертом. Вот и мать тоже умерла. Так. Помочь Тане. Твою мать! Энтони! Сюда! Что мне делать? Попробуй слезть по водосточной трубе! Короче, соображай. Ох, скользко там, да? Сейчас шею себе сломает, точно. Кого она слезет? Она через эту-то еле перета. Твою мать. О, веселуха. Ну, капец. Всех спас. А если бы в окно? Капец. Что творится вообще? Жесть.
Вот хрень. Так хрень. Это да. Что ты сделал? Мама! Хватит! Уже поздно! Достижение. Так много смертей я заработал. Это дела, так дела. Так я думаю, наверное, я не знаю, может, я не прав, но я думаю, что, может быть, вот сейчас вот как раз мы сможем это все предотвратить. Может быть, будет история перед этим. Как, с чего это все начиналось? И с кем девочка это заключила? Что называется, контракт? Кому она сказала? Да, я согласна. Типа. Возвращение. У меня есть новая история, не похожая на прошлую. Волнуйте, нет? Уверен, беспокоиться не о чем. Эта история пока не завершена, написана не до конца, и ваше решение ее закончит. Пожар? Нет, на него вы не могли повлиять. Что случилось, случилось. Или нет? Думаю, лучше смотреть в будущее. Жизнь только тень минутная, да? Сейчас вы посетите непонятный, может, тревожный мир. Насколько тревожный, зависит от того, во что вы поверите. А насколько непонятный, от выбранного вами пути. Есть бесчисленное множество направлений, по которым можно пойти. Мы редко обладаем всей информацией, но мы должны делать выбор. И надеяться достичь ясности. Ну и желаемого результата. Как и в жизни, ваши решения важны. Ваш выбор затронет судьбы других. Вы видели начало истории. Так много смертей. Сколько их еще будет, зависит от вас. От решений, которые вы примете. Вам ближе рацио, эмоции? Слушаете разум или сердце? Верного ответа нет. Иногда лучше одно, иногда другое. Позвольте дать вам один совет. Всего превыше верен. Будь себе.
Но я здесь, чтобы фиксировать ваши действия, а не помогать вам. Я ведь не должен вмешиваться. Не мое дело. Очевидно. Но мне позволено делиться с вами мудрыми изречениями великих рассказчиков прошлого, если я посчитаю это уместным. Да, и еще кое-что напоследок. В Литл Хоуп есть картины, которые показывают возможное будущее, то, что произойдет, или же нет. Ищите. Они могут помочь. Вам пора на похороны. Идите. Счастливо. Я так люблю похороны. Да кто он такой, этот мужик? О, это вообще капец. Такое ощущение, что он лодочник, который перевозит через реку Стикс. Ладно. О, ролики классные. Никто из собравшихся не знает, почему произошел этот несчастный случай. Но мы можем утешить себя мыслью, что семья теперь вместе. Навеки. В любящих объятиях Бога. Эндрю, 18 лет, студент колледжа, тревога, отстраненность. Тейлор, 22 года, студент колледжа, упрямство, чувствительность. Джон, 43 года, профессор колледжа, рациональность, властность. Где Дэниел? Я не вижу его. Не знаю. Тейлор, место аварии. Может, поможете? Хватит дурака валять. Чего вы от меня хотите? Позвоните. Нам нужна помощь. Я уже пыталась, но... Ладно. Эндрю, дружище, как вы? Где мы? Что случилось? Автобус разбился, но все целы. Напугались только. Понятно. Я никакой аварии не помню. Похоже, вы в шоке. Еще и сотрясение может быть. Вам надо прийти в себя. Не двигайтесь. Сидите. Вот дерьмо, бесполезная дрянь. Кусок говна. Так, успокойтесь. Мы что-нибудь придумаем. Дэниел, 20 лет, студент колледжа, добродушие, защита. Где телефон? Анжела, 48 лет, взрослая студентка, грубость, понимание. Эй, есть там кто? Эй, Дэниел, это вы? Джон, как хорошо. Дэниел! Тейлор, ты в норме? В норме! И мы, кстати, тоже целы. Ну, как вы там? Сойдет, ничего криминального. Эй, Джон,
Знаете, почему мы разбились? Не точно. Похоже, водитель пытался объехать что-то на дороге. Кстати, он с вами? Нет, не видели. Странно. Здесь его тоже нет. Можете сюда забраться? Подъем крутой. Но я вижу тут тропинку. Класс. Идите по ней. Выведет к дороге. Встретимся там. Хорошо. До встречи. Тейлор, помогите поднять Эндрю, пожалуйста. Стоп. Я ничего не помню. Кто вы? Не страшно. У вас сотрясение. Я Джон, ваш профессор в колледже. Мы ехали на экскурсию в автобусе, вот не доехали. Аварий в программу не входит. Найдем остальных и помощь. Можете считать это упражнением на закалку характера. Образец командной работы. Мне снился сон. Такой реальный. Нас окружал огонь. Жуть. Видно, ты нехило по башке огреб. Тропа, которой пошли остальные, ведет на дорогу. Встретим их там. Давайте это обсудим. Уходить глупо, удобнее подождать у автобуса. Нет. Просидим тут всю ночь. Лучше будет найти остальных и всем вместе пойти в город. Поищем там помощь. Неправда. Если ждать здесь, рано или поздно кто-то проедет мимо. Вам лишь бы поспорить. Расслабьтесь. Я просто по темноте не хочу шариться. Он как раз поступил разумно. Пошел в город за помощью. Может, ему по башке прилетело, и он пошел в другую сторону? Что ж, ладно, оставайтесь здесь. Я пойду один. Эй, профессор! Он ведь профессор? Не помню. Пойдем вместе, не хочу ждать один. Думаю, он прав. Лучше держаться вместе. Мой тоже не ловит. Наверное, покрытия нет. Или ты денег забыл положить. У тебя это после аварии? Наверное. Боже, да что не так? Не могу понять ничего. Вся его семья, которая погибла в доме в горящем в самом начале игры, они все здесь. Только он их не знает. Что за муха профессора укусила? Думаю, он заслуживает уважения. Он не догоняет, что от книжных знаний здесь толку нет. Эй, Дэниел, ребят! Я не ребята. Ну как вы там внизу? Дорога тут отстойная, но мы в порядке. Эта прогулка убила мне одежду. Это главная новость? Твоя одежда? Правда? Эти шмотки, наверное, стоили больше, чем ты заработал в жизни. Денег у меня хватает. Не беспокойся. Деньги. Вот что ее интересует. Эй, что происходит? Ничего, просто пытаюсь их подбодрить. Дэниел, телефон при тебе? А то на моем сигнала нет. Наверное, выпал при аварии. Мы тут на всю ночь? Мы пойдем дальше. Пока. И это здесь. Да что ты будешь делать, а? Так. Ладно. Тут мы посмотрели. А там что? Ну-ка, давай подойдем. Там понятно, автобус. Здесь. Нифигашеньки. Нифигашеньки нет. А, нет, и вот есть. Блестяшка какая-то. Да? Что это? Ничего не вижу. Банки просто. И все. Ладно.
всякая хрень. Там что-то горит вон. Так, ну-ка пойдем туда. Добро пожаловать в Little Hope. Добро пожаловать, Литл перечеркнуто. Оставь надежду. Оставь надежду. Ясно. Вы о нем слышали? Литл Хоуп. Нет. Нет, не думаю. Вы должны знать о Литл Хоуп. Где я должна была о нем слышать? Серьезно, это историческое место. Это очень любопытно. Откуда вы все это знаете? Ха, я ведь преподаватель, читаю книги, не то что вы. Да вы прям Эйнштейн. Все ваши знания есть у меня в смартфоне. Вот только без сигнала они вам недоступны. Да, вот это уж точно он сказал, тут он прав. Выруби интернет такой девочке, и она потеряется в этой жизни. Придется ей читать книги. Рад вас видеть, наконец-то. Все в порядке? Да. Мы любовались видом. Ясно. Вы не особо торопились. Я волновалась. Ну, конечно. На воротах цепь. Не пройти. Поищите. Может, мы сможем чем-то сломать ее? Сработает? Готов? Я буду толкать отсюда. Готов. 3, 2, 1. Давай! Вот дерьмо! Ржавая, держится хорошо. Еще разок. 2, 1. Давай! Вот это я понимаю! Молодцы оба. И что теперь? Я же сказала, что хочу ждать у автобуса. А не идти в город, как говорит Джон. И мы уже все это обсудили. Вот только не со всеми. Проголосуем? Все уже решено. К чему это? Одно то, что вы профессор, не делает вас главным. Мы все взрослые. Но некоторые взрослее других. Извините, но на споры у нас нет времени. Ты же останешься со мной? Ну... Что-то он не горит желанием. Если хочешь мне что-то сказать, вперед! Джон прав. В городе мы быстрее сможем найти помощь. Довольны? Ну да. Как скажете. Немного манер. Это просто. Охренеть. И по пути ты обливала Тейлор грязью. Что она говорила? А ты всегда за спину парня прячешься? Попробуй сама за себя постоять. Я не собираюсь с тобой больше спорить. Может, хватит? Нам тут и без тебя проблем хватает. Что ты лезешь не в свои дела? Мы только зря теряем время. Может, пойдем, пожалуйста? Я все еще не уверена, что идти в город – хорошая идея. Я останусь у автобуса, а вы делайте, что считаете нужным. Может, подождешь со мной? Окей. Я настаиваю, что разумнее будет держаться вместе. Сами спасибо скажете, когда мы поймаем попутку и спасем вас всех. Так, они разделились, значит. И кто из них прав? Заблудились? Нет. Мы опять тут? Как это возможно? Какая-то странная херня творится. Боже, то лишился гордости, то дорогу не найдет. Ты к чему ведешь? Ты голову потерял. Так не бывает. Не знаю, что вы пытаетесь доказать, но у нас есть дела поважнее. Дэниел! Воу, эй, осторожно! Аккуратно. Хватит прикалываться! Что тут вообще происходит? Мы пойдем вдвоем.
Это уже не смешно. Подыграйте мне. Прикольно. Стоп, а если они туда пойдут, тоже вернутся сюда? Я в другую сторону шла! Это ловушка! Выхода нет! Я не понимаю! Точно. Мы шли в противоположную сторону. Так, почему мы снова здесь? Ладно, знаете что? Пойдем все вместе. Мы пришли оттуда, значит, сможем туда вернуться. Очень прошу, держитесь рядом. Не отставайте. Хотите, чтобы мы гуськом шли? Ладно, ладно, иду. Ну, бабка вредная, а? Чё творится, а? Пам-парам-пам-пам. Это уж точно. Интересно. Признаю, это немного странно. Не немного. Ну, я же говорил. Как я и говорила, это ловушка! Отсюда не уйти! Что Хватит. Нам делать? Успокойтесь, дышите. Тут должно быть разумное объяснение. Может, мы погибли в аварии? Да. Хорошая теория, но я уверен, что мы по-прежнему живы. Вы вроде писательское мастерство преподаете, не метафизику. Я знаю, кто во всем виноват. Это все из-за вас и этой дурацкой поездки. Мы застряли в этом Little Hope. Вы забываетесь. Я не мог знать, что автобус перевернется. Я не виноват. Хватит херню нести! Следите за тоном! Я пытаюсь понять, что происходит. Так же, как и вы, и все остальные. Простите, не понимаю, что происходит. Я не могу понять. Все, как ты сказал, мы застряли в кошмаре. Тише. Все будет хорошо. Мы вместе найдем выход. Кто-нибудь думает, что справится лучше? Ну, вперед! Может, это глюк? Нам нужно выбраться. Давайте сосредоточимся. Немедленно. На тренировку. Можете все заткнуться. Так мы не найдем помощь. И не выберемся. Он прав. Взаимные обвинения ни к чему не приведут. Нам надо действовать сообща. Спасибо. Используем логику. Туман отделяет нас от автобуса. Но между нами и городом тумана нет. Значит, пойдем туда. В чем смысл? Удаляться от автобуса! Смысл? В автобусе нет ничего, что может нам помочь. А в городе будут люди, телефон, что-нибудь. Больно признавать, но он прав. Кроме долбанного города нам больше некуда идти. Вот и договорились. Ты уходишь? Куда это ты? Давай, пойдем с ними. Пока все не поймем, надо быть вместе. Да твою ж ты мать. Ерунда. Наверное, после аварии. Почему ты сказал, что мы умерли? Думаешь, это возможно? Я в передаче видел, что мозг какое-то время работает, когда ты... того. Умираешь? Забудь. Там не очень правдоподобно было. Не нравится мне это место. Твою мать. Кошка Хоть еще. Пиво без паспорта. Так, ну что, зайдем сюда? Чего вы встали? Уверена, что это хорошая идея. Надо проверить. Внутри может быть телефон. Я зайду и осмотрюсь. Давай. Мы за тобой. Почему мы не идем с ними? Анджела знает, что мы мутим. Я уверен. Мы правда сейчас это обсуждаем? Как будто у нас нет других, более важных проблем. Это правда важно. Как минимум для меня. Говорю тебе, Анджела все знает. 100%. О чем вы с ней говорили? Она искала повод для сплетен, как обычно.
Пусть думает, что хочет. Ее это с ума сводит. Я еще не готова рассказать о нас. Но уже скоро. Обещаю. Что сделать, чтобы ты поняла, что я тот, кто тебе нужен? Мне нужно знать, что на тебя можно рассчитывать. Что ты не подведешь. Догоним остальных. Будем тут всю ночь стоять или войдем? Кто бы это мог быть? Интересно. Эй, здрасте. Простите, мы ищем водителя нашего автобуса. Чё? Видели его? Это смешно. Что? Что с этим туманом? Он странный. Да, сегодня затянуло. Затянуло и не дает уехать. Да, знакомое чувство. Вы тоже тут застряли? Извините, что так ворвались. Наш автобус перевернулся неподалеку отсюда. Мы еще слегка не в себе. Мы конкретно не в себе. Да, заметно. Я Винс. Мне б зеркало. Интересно, есть тут хоть одно непокрытое вековое? Тут поможет выпивка. Спасибо. Джон. Нет. Бар. Нужно Black мыслить Cat. Ясно. Черная кошка. Да? Оставлю тут, если что. Я пас. Я не буду. Зачем приехали? Литл Хоуп уже не тот, что прежде. Что здесь случилось? Что здесь случилось? Все выглядит заброшенным. Литл Хоуп похож на город-призрак. Туман этот. Жизнь идет так, а мы иногда стоим. Тут есть телефон? Нам необходимо связаться с внешним миром. Телефон есть, но давно не работает. Может, где в городе есть подключенный? Да что с ним не так? Есть в нем что-то странное. Он безобидный, просто выпил лишнего. Осмотримся. Должно же быть здесь хоть что-то полезное. Может и найдется. Застрял в своем мире. Доска для дартс? Я когда-то неплохо играл. Да, поиграйте без проблем. Я пойду осмотрюсь. Смотри, может, в руке привезти. Смешно. Я хоть пытаюсь выход найти, а ты чем занимаешься? Сыграем немного, а потом подумаем, как отсюда выбраться. Давайте большой дабл или... Я не новичок, Дэниел. Целюсь в дабл-двадцатку. А вот как стрелять-то. Давай. Ладно, что-то вы можете. Ну еще бы. Теперь утроение двадцатки. Ну, крутяк просто. После такой ночки это почти олимпийский рекорд. На олимпийских в дартс не играют. Офигенный бросок. А вы лучше, Тейлор? Давайте вернемся к нашей цели. Так. Все понятно. Ну что,
Я думаю, что на этом я первую серию закончу. Этого вполне достаточно пока. Вот, а завтра, скорее всего, буду продолжать. Так что я не прощаюсь. Всем пока-пока.